Привет, мы сегодня снова на платнике Обухова. Вчера неплохо половили карпа здесь. Ну как неплохо. Были вопросы с реализацией поклевок. Мы сегодня ловили на фидера, сегодня будем ловить на метр. И посмотрим, кто кого обложит. Я ловлю склипсы на левку и вот чтобы при подсечке рыба не сразу упиралась в лески, то я останавливаю удилище вверху. И у меня есть в запасе 2-3 оборота. 1,5-2 метра лески до клипса. Карасик, наверное. Да. Такая бешеная поклевка. Точнее, на точку. Ух! 40 лет. Пробуем чуть-чуть сильнее забить кашу, чтобы карасик не так быстро его. Кукурузину туда вовнутрь не прячу, чтобы быстрее он ее находил. В точке даже видны пузыри, рыба очень активна в точке. И как раз туда положили горстку кукурузы. Вот он, раз. О. Сильно подсекаю, сложно точить с вот этой привычкой фидерной не подсекать вообще. Здесь практически не видно. Не крупный, может даже и карасик. Спокойно идет первый карасик. Совсем небольшой. Я маленький, быстро пришел к ногам. Кукурузка на волоске. Сегодня мы прикормку не добавили. Вчера был тоже РС наш местный, столичный РС с добавлением комбикорма 2:1, а сегодня комбикорма нет, и намного больше у нас карася, и шайб нам нравится. Комбикорма обычно рулит на всех этих платных озерах с молодым карпом, потому что его вырастили на комбикорме. Его первая пища, и он его прекрасно знает и очень любит. Оп. Просто кукуруза на крючке, более маленькая, такая немножко поменьше, более мелкая. И сразу поймал карасика. Резвый такой. Карасик. За нижнюю куклу, как по всем традициям. Карась, да? Да, маленький, просто так загнул. Как брокколи карп. Мы изготовили нано-тесто. Продемонстрирую его. Это не... Как в воде оно ведет себя интересно. В воде, сейчас покажу. В руках оно себя ведет отвратительно. Добавили флуоресцентной краски в обычное тесто. Вот оно медленно так будет зеленить. Оп. Нет. Есть еще карты. Красивая поклевочка. Мой шестой карпик.
втроем рыбы достаем, уже ничего нет. Совсем маленький. Только совсем ослаб и закормиться решил. Быстренько снял эту методную кормушку, поставил большую фидерную стаканчик. Делаю два заброса. С леской вот немножко сложнее опустошать кормушку, тянется она. С плетенкой это делать гораздо проще. О, карповая поклевочка. Поставил просто большую кукурузу и опять-таки африканской вонючкой ее залил хорошенько. И вот сразу карпуша. Да, нужно отсеивать вот этих вот карасиков более объемной насадкой. Ух ты, ух ты, ух ты. Не, карп не жил. Привет. Отлично.